Уже месяц прошел с момента инцидента в Новой Москве, вызвавшего большой общественный резонанс. Уроженка Чувашии пыталась убить своих троих детей. Вывезла их ночью в лесополосу и оставила на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Сейчас дети находятся в Чебоксарах. На сегодняшний день дети проживают на территории города Чебоксары. Они проживают в семье близкого родственника мамы. Все условия для проживания созданы. Оформлена временная опека. Разными ведомствами мы вместе стараемся оказать всестороннюю помощь данной семье. Посоветовавшись с врачами нашей республики, мы приняли решение двух братьев временно поместить в больницу для того, чтобы они прошли обследование и реабилитацию. Настроение детей на сегодняшний день хорошее, они идут на контакт. Никакой угрозы жизни и здоровью ребенка на сегодняшний день нет. Мать троих детей до сих пор находится в больнице в Москве. На нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ей грозит до 20 лет колонии. Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если ее признают невменяемой, то приговором может стать принудительное лечение.